Приветствую вас, друзья, в эфире программы «Золотая рыбка». Меня зовут Евгений Додолев, а в гостях у нас сегодня легендарная красавица советского кино, которую коллеги называют не иначе, как ангелом Лариса Лужина. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, ангел. Вы знаете, миллион отсмотрел бесед с вами телевизионных, и почти в каждой, естественно, вспоминают песню Владимира Семеновича Высоцкого, посвященную вам. Она была в Париже, а, и вы рассказываете, как вы были. А почему-то никто не, спрашивает насчет Марселя Марсо. Там же она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Что он вам говорил? Ничего мне не говорил, во-первых. То есть это выдумки? Это выдумки Володина, потому что я даже не встречалась с Марсель Марсо. Просто в то время он был очень популярен. Марсель Марсо, как мим, очень известный. А у Володи видел фотографии, которые я показывала с кинофестиваля. Там, правда, они были не скам эти фотографии, а из карла Вар. Uh -huh. Потому что сначала был в мае, в начале мая были камни, который попал в 62 году, а потом сразу карл Вары. Uh -huh. Следующий фестиваль в конце мая. И там был французский такой актер Бернард Блиер. Uh -huh. И Бернард Блиер, у нас фотография есть такая, значит, он со мной стоит, вот эти бокалы чешские большие с вином, мы чокаемся, и он мне что-то на ухо шепчет. Uh -huh. И вот, Володя, Бернард Блиер как-то не очень вложился на, на рифму, вероятно, а он Марсель Марсо, тем более, тем более мим, что там мим может говорить, я могу показать, наверное. Нет, но в этом ты как раз. В этом, и да и есть. И была что. Ну вот, он в общем, он говорил. так решил. Для так, Канны мима. или Париж все-таки? В париже это. Вы... Ну вообще-то в Каннах я сначала была в Каннах, а потом поехала а в Париж. Мы просто через Париж ехали, мы прилетели uh -huh. в Орли в аэропорт, а потом нас везли в Канны уже uh -huh. на машинах. На приеме как раз произошла вот эта ситуация, когда меня пригласил. Американец, какой-то журналист, станцевать твист. А ты даже не актер был, а журналист это журналист какой-то. Это был журналист американец, mm -hmm. который ко мне до этого еще приставал э, до нашей премьеры. Mm -hmm. Он ко мне ходил за мной по круазет <laughs> и mm -hmm. говорил всеми станцуйте твист на столе в русских панталонах. <laughs> Однако. А я никак не могла понять, почему. Я потом вспомнил. Помните, была такая история, 50 какой-то год, 56-й, наверное. Ну, вы не можете это помнить, молодой человек. Но эта история была известная очень. Даже чуть ли не политический конфликт возник все в этой ситуации, с этой ситуацией. Приехал кто-то, то ли Ив Монтан, то ли Жерар Филипп. Вот я не помню точно, кто из актеров. <laughs> Приехал в Советский Союз, в Москву. А тогда к сожалению, у нас время было тяжелое, белья женского не было, mm -hmm. красивого это не сейчас, когда можно купить любое. А тогда не было ничего хорошего, ни без галтеров, ни нижнего белья. И потом холода были немножко холоднее, чем в нынешние холода-морозы зимние. И женщины носили, если кто помнит, но и моя, я не носила, моя мама такие носила, такие были э, трусы <свят> длинные до колена на резиночке с начесом. Mm -hmm. И цвет был такой голубоватый, такой цвет нехороший, такой грязновато-голубоватый, грязновато-розовый. Вот это была... Женщины носили такое белье. Mm -hmm. И этот очень удивился этот французский актер, вот не помню, кто, и Монтан, по-моему. И он... Это все сфотографировал. А он накупил это белье и привез в Париж. А как он его увидел, где женщины, ну, наверное, по ходили пом... по магазинам, они не знаю, у тебя был Симон и Синьор, и наверное, они пошли посмотреть, что а -а -а, же продается, так... Какое женское белье продается в наш магазин. Магазин-то существовали, и он увидел вот эти шароварчики, и он накупил эти шароварчики, этих трусы женские, привез в Париж и устроил выставку и написал, какое белье носят советские женщины. Вот это было, действительно был конфликт такой очень серьезный. И вот после... Видно, этот Америка... Рассчитывал посмотреть на панталоны. Русские панталоны. Правда, назвал не трусы, не штаны, а панталоны. Русские. Я говорю, у меня нет. Во-первых, я на твист не танцует. что вы без Твист не танцую, во-первых, на столе тем более. И панталонов у меня таких тоже нет. И все-таки он ко мне потом подскочил на этом приеме, на нашем банкете. И вытащил меня танцевать. Но я бы, может быть, не пошла. Потому что мы же воспитаны. Комсомолка все-таки, студентка. Институт кинематографии Нас целую инструкцию давали Перед тем, как ехать за границу Вызывали в комитет комсомола И говорили, вот нужно то-то, то-то, то-то Никуда не выходить, только с делегацией Одной никуда не выходить из номера Не ходить, не гулять, ничего То есть это целая инструкция была Это было достаточно обидно, в общем Потому что приезжаешь такие во Францию Приехали не пойти никуда, ну смешно Даже как так, что сидеть в номере, что ли только ну, какие-то вместе с делегацией, а делегация была у нас колоссальная. Там был во главе был Сергей Пинальд Герасимов, uh -huh. а потом а в составе делегации был Чухрай, Райзман, Кулиджанов, Ростоцкий, Владимир Александрович Познер. Вот отец Владимир Владимирович Познер. А он в каком качестве? Он же. А, он, он кино же был, разве имел а вы настроение? знаете, он же был одно время генеральным директором московских кинофестивалей. 60-го года, с 57-го, по-моему, и по 60 какой-то год. И mm -hmm. сюда это были самые лучшие кинофестивали. Это самые лучшие были, потому что он же был директором Майер в свое время, mm -hmm. Владимир Александрович. Он написал книгу шикарную про советское кино, вообще очень интересная книга. Ее потом запрещали, потом издали снова. Я, в общем, поражаюсь, почему Владимир Владимирович сам никогда про папу не рассказывает. Потому что очень интересная была личность. Я его обожала. Просто у меня были с ним очень хорошие отношения. Он ко мне большой симпатией относился. И приезжали у нас все. Там было и в Монтане, и Симона, и Софи Лорен, и Дженнала Бриджида, и э, Жанна Моро, Ну, В общем, кого только не было. И там все приезжали. Ну, все актеры, потому что он их всех знал. И mm -hmm. по его личному приглашению они приезжали на наш кинофестиваль Московский. Mm -hmm. вот. И вот это такая была делегация мощная. И, конечно, а мы были две девчонки, которые первый раз попали за границу. Они-то уже поездили. Самое смешное, что вся делегация была в одинаковых костюмах. Это тоже забавно, потому что у нас был такой хороший портной, Затирка его фамилия была, как сейчас помню, Затирка, который шил всем, кто выезжал за границу. Он прекрасный портной был. Он шил костюм, дошел все время цвета Моренго. Такие темно-серые костюмы с блеском блестящие mm -hmm. так немножко. И почему-то у всех были одинаковые костюмы. И вот такая у нас была делегация шикарная. Они-то в тюрьме ездили, и нас иногда не брали с собой обидно Там они приезжали на встречу с Антонионе, например, а там был на фестиваль был Антонионе с Моникой Витти. Они брали, ехали сами на встречу, а нас не брали почему-то. Почему они почему решили, что мы как бы ничего не понимаем в этом, что непонятно почему. И мы оставались в номере, приходилось, но я уходила. Я, Инга, Инна как-то сидела, вторлась в номере, она все звонила. Гены Шпалика у них как раз тогда только такая любовь была. И она ему всем звонила по телефону и рассказывала Гена, я сейчас познакомилась с Бриджит Бардо, а Бриджит Бардо вообще не был на этом кинофестивале, она просто так решила так похвастаться, а я выходила, я все-таки так выходила, ну как так, вот Карлтон, такой шикарный отель такой, там такие звезды, и никого не увидишь, что ли, я все-таки выходила там хотя бы вниз, чтобы хоть посмотреть, это было что рискованно, там то есть если бы ну, застукали. Это, ну, вот нельзя, нельзя было просто нельзя, запрещенно было, я не знаю почему. Ведь сперва там надо было поехать в соцстрану, а только потом... Ну да, в, капстрану. в соцстрану, да. Но у нас получилось так, что я попал сразу в кап-страну. А, то есть это вообще первый был Да, это вообще был первая поездка была и сразу камни. Вы когда про костюмы рассказывали, я помню, что в в этой скандальной публикации в «Париматч», где такая, там было написано, что советская студентка в платье достойный Мерлин Мерлин Манро, так что не знаю, кто вам это это платье. Это платье мне подарила Надежда Петровна Леже. Это вот да художница, которая была женой художника французского Леже, а сама она вообще из из, из Рязани или из Ростова, я не помню, из какого города она. Она вообще ученица Малевича, и она очень мечтала попасть во Францию, потому что ей очень художник Леже, и она решила поставить перед собой, молодой художницей, uh -huh. она поставила перед собой цель, что она выйдет за него замуж. И она таки этого добилась. Она эмигрировала где-то в 20-х годах, по-моему, во Францию, в Париж. Сначала у нее там был маленький ателье, она... Э, вышивала такие батистовые, бастист платочки, и уголочки там глади вышивались, такие цветочки. Вот это вот на этом она сначала сделала свой как небольшой бизнес, познакомилась с художником, с французским. Но она сама была художницей. познакомил с французским художником, которым с которого шла замуж а он дружил с леже он mm -hmm. познакомил с фернаом леже и она все-таки добилась того что она он не женился вот так она она когда мы приехали в канне это был второй год леже уже его не был но шел из жизни и она уже вернулась по моему к этому художнику который был первым ее мужем и она такая женщина была оченьа. Она любила русских, естественно, потому что она сама-то русская. И она нас оберегала. И как бы, давала нам машины там все такое потом когда она увидела что у Инны Гулая у меня еще были кое какие платья потому что я работала я же все-таки из Эстонии приехала из, Талина, из города да. Таллина и я была манекенщицей угу. сейчас модели говорят тогда у нас называли манекенщицами и у меня была связь до модели они мне прислали два красивых платья просто в подарок или для в поездки подарок просто Здорово. прислали очень, вечерние два красивых угу. платья и она так посмотрела сказала а у Инны ничего не было у Гулая сиция платится там ну, такие скромненькие вещи И она говорит ну как так вот ларисов вон какие есть туалет, а у, у ничего нет А весь от премьера фильма надо же выходить на, по краснонойдорожке идти и они, она говорит надо ей купить платье. А муж ей говорит, ну, если будешь покупать ее, значит, должен купить и Ларисе. Mm -hmm. Она говорит, а у Ларисы есть. И mm -hmm. я так расстроилась, думаю, лучше бы у меня их не было. Она бы мне купила платье. А он сказал, нет, если будешь покупать хини, то я тогда там, что-то он сказал, поставил какой-то ультиматум перед ней. И она мне купила вот это вот и не, она купила такое красивое, красное, по-моему, было, красное платье такое. Видно, красное. Почему красный цвет? Ну, красивый цвет, красный. А мне вот этот голубой перванш цвет, голубой цвет, такой э, кружева настоящий на атласе на таком. Очень, очень такой маленькое, скромная было, худенькое тогда платье такое, ну, как маленькое черное платье, так маленькое голубое было платье. Mm -hmm. И вот оно действительно красивое было. Куда я его дело Жалко, что я его не сохранила, к сожалению. А последний раз когда были в Париже? Последний раз я была в Париже... ваши среде принято говорить крайне раз но яслед крайнеслед я ну, как-то вот, да, да, как -то тоже последний раз я была не так нет недавно гор 4 наверное, назад угу. или 5 но ну, здесь был какой-то мой 70 а уже побольше время быстро лететь дать значит уже лет шесть потому что был 75 лет у меня был юбилей делали документальный фильм угу. и они меня повезли в париж и На один день, на два дня мы ездили. Причем они так устроили все, что когда с аэропорта в Орли машину, посадили машину, когда я села в машину, тут же вдруг он включил приемник, и куда мне до нее, она была в Париже, в Солнце, ну, и Высоцкий да, пел конечно. песню. И вот, и вот это был мой последний раз. Я больше После этого я больше не была. Хотя я была раз в шесть, наверное, в Париже mm -hmm. после 1962 после -го года. Знаете, вот за последний год жизнь так изменилась, что говорят, что может быть теперь... А нет, да. я была... Да. Я была... Позже еще, позже. Я поехала, я как-то, мне надоело, после, после этого юбилея я следующие годы не справляла день рождения. Я прекратила справлять день рождения свой. Uh -huh. И я думала, поеду, когда у меня был то ли 77, то ли 78, я не помню uh -huh. точно какой, 77, может быть, наверное. И я думаю, я не буду собирать гостей. Обычно я всегда собираю гостей. Я думаю, поеду-ка я одна в Париж и встречу свой день рождения. И yeah. я полетела в Париж. Действительно, я жила в маленьком отельчике на Лафайет маленький такой отельчик, маленький номерочек такой страшный. Но дешевле, подешевле у меня денег больших не было. И я пошла на Лафаэт, на бульвар или там проспект, что ли. Какой-то нашла ресторанчик небольшой, приехала сама, пришла туда, села, одна я была. Я села, заказала себе бутылку вина, луковый суп что-то еще. И вот так я встретила свой день рождения. А луковый суп любите ли это, потому что в Париже? Потому что это французское. Ну, ]людать. я я люблю Париж. Мне нравится Париж. Я, поэтому я туда поехала, решила, что там нужно. Вот, вот ну, хотел себе такой праздник устроить, вот так устроила. Когда про луковый суп сказали... А луковый суп, да. да. Сразу у меня целая цепочка какая-то продуктовая из, из, из вашей биографии. выстроилась. во-первых, это мясная котлета, которая была первой а, вашей да, наградой это за выступление. Это было, да. Сколько да, это лет было, вам это было? Это было в 1944 году. Uh -huh. Это было. Ну, мне было уже 4 года. Uh -huh. Потому что нас эвакуировали в конце блокады, уже uh -huh. был прорыв блокады. Нас почему-то эвакуировали, еще возили из Ленинграда детей и uh -huh. женщин. И мы попали в Ленинск-Кузнецк. Uh -huh. И вот там, вот, как раз, мама устроилась на маленький мясокомбинат. И они устраивали детский, детский праздник, елку. Uh -huh. Ваш первый вот генерал. Да. Да, а потом, каплю... потом я помню историю про э, мандариновые корки, которые вы подбирали на улице. Ну это на, я уже, на, когда на в Таллине, это или... я еще или... уже в Таллине. После военного времени, это, послевоенное время, это 40, мы в сорок шестом году в начале, конце начале 46-го мы в конце сорок мы, конце мы mm -hmm. поехали, нам негде было жить в Ленинграде, потому что наш квартира была занята, mm -hmm. когда мы вернулись после mm -hmm. из эвакуации. И нам негде было жить. Нас сначала пригрела к себе там наша дальняя родственница, а потом дядя, брат моего дедушки, маминого mm -hmm. отца, он... Эстонец, он коммунист такой, старый большевик, и он восстанавливал советскую власть в Эстонии mm -hmm. с 1940 -го года. Вот туда направили, и он нас вызвал к себе, и мы жили у него. Mm -hmm. И поэтому, когда мы там, достаточно, мама, после войны, ну, тяжелое время было, в mm -hmm. Таллинн тоже был разбитый город, очень мамка работала на каком-то, сначала мясокомбинате, тоже потом на кондитерской фабрике. И нас не было, у меня не было там мандарин. И так мне нравился, когда Новый год... И там хозяйка, ну, жена этого дяди, она вешала там на елке мандарина, но как-то мне снять-то нельзя было. и не помню. Я почему-то я, я помню. Я так хотела с мандарина. Я помню, шла как-то по... Даже помню сейчас улицу эту Сакала, где наша потом школа была, которая заканчивала. И я увидела, на снегу валялись корочки мандариновые как раз Новый год, под Новый год все это было. И я их так тихонечко подобрала и съела. И был такой запах вообще от них. И вот я так вот помню, мандарины. Ну, там говорят, что самые-самые витамины, именно Вот в видите, гайд. оказывается, я вот знала, что там самые <с витамины. Вот это я помню, да. С тех пор я очень люблю мандарины, кстати. А люди, которые не пустили вас в вашу... Квартиру Ленинградскую. А кто, кто это? А мы не знаем даже. Мама. И вы, потом я, не выяснили. вы знаете, мы с мамой остались вдвоем. Мама у меня совершенно не умела бороться за себя, за свои права. Она такая была очень женщина скромная какая-то. Не умела она бороться. Но мы пришли, когда подъехали, приехали в эту квартиру. Это Нарвский проспект. Я даже знаю, где этот дом на втором этаже мы поднялись. Нам открыли чужие люди, сказали, что мы здесь живем и все. И закрыли перед нами дверь. И ничего, потом сгорели, был пожар, и сгорели документы. И восстановить надо было их восстанавливать. Мама mm -hmm. должна была этим заниматься. Мама не стала. Вы говорите, мама не умела бороться, а вы умеете бороться за себя? Да, нет, я тоже как-то. Я в маму пошла, я тоже mm -hmm. особо бороться. Не а умела. у вас не возникало желание, когда вы стали э, суперзвездой вообще. Mm -hmm любимицей страны приехать в эту квартиру и посмотреть в глаза да этим Да нет, вы людям. знаете, нет. У меня как-то... Я и не помню ее, во-первых. Мне было два с половиной, три года. В этой квартире умерла ваша сестра от голода. Умерла. Где папа Отец... умер, да. Бабушка да. там. Ну, я не... Я, я там была. Я была во дворе. Мы снимали у нас документальный фильм. Вот, кстати, с Парижем связано, да. снимали и с Питером. Э, с Ленинградом. И они как раз меня туда привезли. И мы там снимали во дворе, где вот оскол как бы предположим предположительно, где убила бабушку, угу. и это самые окна показали, но мы туда не заходили, угу. и мне даже желания не было, честно говоря. Не возвращайтесь в старые места, как говорил угу. же Шпаликов Гена. А, вы знаете, меня очень удивил один эпизод из вашей биографии, как раз мы про, про войну и а, по ассоциации, конечно, вспоминаем Сталина. Сейчас очень отношение меняется да. к, к этой фигуре. Я знаю, что у вас был эпизод, когда Говорухин с Высоцким спасли вашу жизнь, что на вас как на антисталинистку набросился в Грузии. Ну, это такая была история ножом кто-то. Я не знаю, может быть, нет, это было в горах. Мы снимали, когда вертикаль, просто там были ребята. грузина альпинисты были и местныежители нас пригласили не к тебе в гости угу. и там шашлык как вот чтото они еще охотники чита убили кого-то там и сделать такое у струльнов ну, в нашу съмочную группу понимаю, да. володец а кошлев mm -hmm. гена воропай вот все наши актеры и мы елиели за столом на выпивали естественно там было вино очень хорошее все ну но... и Володя не пил. Вот могу сразу сказать. Русочки. Высоцкий не пил вообще ни грамма. Когда он снимался в «Вертикале», он ни грамма не пил вообще. Он тогда два года был, по-моему, в завязке. В такой, в самый настоящий. Mm -hmm. Много работал. Вот. И э, я смотрю, висит на столе, а здесь висит портрет Сталина. Mm -hmm. а поскольку мы уже были, воспитывались, так сказать, у нас было как бы негативное отношение к Виссарионовичу, Поскольку уже прочитали все, и ГУЛАГ и все mm -hmm. что угодно, да. И в кругу первым. Ну, В общем, поэтому, конечно, определенные отношения. И я говорю: а что это у вас висит этот палач? Говорю, что он mm -hmm. вам сделал хорошего? И как я такого не ожидала реакции? У них они, они меня называли сестренка, сестренка, ко мне очень хорошо относились. И вдруг у них глаза просто изменились, такое что-то сверкнуло в глаза. И он схватив нож, он кинулся на меня ах ты такая всякая вообще, с какими словами, кинулся на меня. И хорошо, что Высоцкий и Станислав Сергеевич, не кинулись его, схватили его. И вырвали у него этот нож, и, собственно, ну нам пришлось разойтись, конечно. Уже дальше uh -huh. мы продолжать у нас праздника не было никакого. И после этого они со мной вообще не общались uh -huh. эти ребята. Уже сестричка для них не была. Но если говоря. вспомнить блокаду, вы в блокаду потеряли родных: старшую сестру, да. бабушку, да. отца. Несколько лет назад Ксения Анатольевна Собчак затеял вопрос на тему: не разумно ли было сдать Ленинград? не держать блокаду, что тогда бы не были вот эти жертвы, как я вы, думаю, вы что считаете? люди бы сами ленинградцы бы никогда не пошли на то, чтобы сдать ленинград. То есть они готовы Нет, были. Народ бы не сдал бы его никогда. Вы знаете, потому что уж так любили Ленинград. Это, это Ленинград — это какая-то своеобразная религия своя, понимаете? Это люди, которые живут в Ленинграде, это немножко другая каста людская. Они по-другому относятся они к этому городу, они к его памяти, к его, не знаю, архитектуре, к памяти, ко всему, к этой Это что-то для них это вот это религия, понимаете? Mm -hmm. И они не могли бы его лишиться. Я знаю, тогда бы просто умерли люди, понимаете? Mm -hmm. И мне кажется, что здесь правильно сделали, что его не сдавали, что пускай была блокада, но все выдержали. И, кстати, блокада, как ни странно, вот я смотрела фильм «Блокадный дневник», mm -hmm. и я его не приняла этот фильм, потому что в этой картине, если бы так было, как происходило в картине. подникам бергольц он сделан но только то, то ленинград бы сдали были этот ленинград он там, они бы не выжили там там только люди ходят очень разобщенные там мертвый город совершенно показан труппы кругом зомби угу. и все одинокие очень град такие не были они блокадон наоборот и Пытались объединиться, они помогали друг другу, они ходили в театр, они ходили в кино. Театры работали, и говорим, театр пожалуйста. работали, и кино работало, все было, mm. и ходили же. И Бабу когда собирались, тоже там их сплачивало это все, понимаете? Если бы они не были, так если бы у них не было вот этого вот тяготения друг к другу и сохранить я не знаю тепло друг к другу, то, наверное, Блинград не выжил. Если бы так было, как Бергой показано в картине «Блокадный дневник». Это мое личное мнение, mm -hmm. не знаю, может, картина получила много премий, yeah. я ничего не буду говорить по этому по по поводу, может быть, я неправильно что-то понимаю. Но у меня эта картина очень огорчила. огорчила. Mm -hmm. да. А были в, в вашей фильмографии ленты, которые вас огорчили? Вот вы снялись в кино, посмотрели и сказали себе лучше я бы. Я не знаю даже так. Я не могу сказать, чтобы особо огорчил. Нет, я просто и, и забываю эти картины, если даже не помню, mm -hmm. которые у меня картины. У меня у меня просто не было таких очень с другой стороны, что у меня не было высокой планки, такой кинопланки, чтобы можно было сказать, что вот это вот вообще удивительное кино. Это гениальный фильм, который покорил всех. И зрителей и не знаю весь Вы мир гениальных режиссеров снимались я снимался хороших режиссеров но эта картина были хорошего качества mm -hmm. они были крепкие они были сделаны хорошо но они как говорится Там не летят лужа... журавли mm -hmm. понимаете mm -hmm. и не баллада о mm -hmm. солдате вот mm -hmm. в чем дело mm -hmm. «На семи ветра хорошая картина и она сейчас смотрится очень даже еще интереснее лучше чем может быть в то время когда она вышла но к сожалению она не достигла того уровня, той планки, которую достигли все картины, вот снятые там Тарковским, предположим, mm -hmm. как даже Озеровым, там «Освобождение», как вот «Летят журавли» пришло Русевским, Колотозовым, понимаете? Mm -hmm. Вот такой, mm -hmm. мне, таких картин мне не хватало в жизни. И так и, не, и нету их, и не получила я такого Может, подарка, понимаете. Еще? Да уже не будет, как уже ну о чем вы говорите? Почему? Почему? Да ладно, бросьте ерунду говорить. Какой никогда не говори никогда. Да никогда знаете, не говори, французская, никогда, Французская, кстати, я присказка. Никогда. И вообще жизнь это дар, который тебе подарил Господь Бог, в день рождения, понимаете? Так что да, хотя бы к этому благодарить вам за то, что ты живешь. Вы звание народной артистики Советского Союза получили в 89 году. Да. При этом я посмотрел, что в вашей фильмографии с 86 по 89 не было ни одной ленты. Как Почему так вы вас а я вы отказывались не вас? Вы вообще часто отказывались от предложений? Да э, нет, сниматься? нет, не очень, нет. Я практически снималась. Угу. Не знаю, почему. Я что-то не помню, что у меня там было. Может, и не было. Я не помню сейчас. Я как-то фильмографию особенно так не слежу за ней. Угу. И не смотрю. Здесь как-то вот книгу так вышла книжка моя. Там фильмография издательства да. мне написали. Я так смотрю, какие-то картины, я даже не знаю, что да за почти я, я, а да. я, я их не могу понять, снималась я в них или не снималась. Но видно в эпизодах, может, или в небольших ролях, я их просто не запоминаю. Я только такие основные картины помню, mm -hmm. которые я люблю на «Семи ветрах», там «Жизнь на грешной земле», «Любовь Серафима», «Исполнение желаний». Вот такие вот, так начиналась легенда, вот эти вот такие вот картины, «Вертикаль», mm -hmm. естественно, ну вот. Остальных у меня как-то... Ну, вот я говорю, все равно, то, что бы хотелось. Как я так иногда смотришь, вот иногда бывает так горько и обидно, что вот думаешь, у вас актрисы, которые в жизни они прожили совсем не зря, потому что у них такие работы есть. Когда смотришь, и можешь просто вот позавидовать даже. Но позавидовать я не говорю, что я там... Вы в одной из передач перечисляли этих актрис. Мы их не будем называть имена. Я просто в ответ на это скажу, зато вы такая красивая. Так да что, да мы, мы можем... эти женщины, как, Ну, какая как красивая, к черту? Такая. Да, ну, а, это, ну, вы да. знаете, у нас традиция, мы заканчиваем передачу тем, что гость озвучивает пожелания золотой рыбки дяди Володе. Какое будет у Ларисы Лужиной желание? Ну, я не знаю даже, честно говоря. Вот я Конечно, я, может быть, тоже бы хотела, бы, чтобы прекратил все, связанное с ковидом. Но я очень хочу, чтобы у меня была бы очень хорошая работа. Вот и я присоединяюсь к этому же. Это как раз то, о чем мы говорили. Вот mm -hmm. вы сказали, что вы так же, как и мама, не борец. Надо бороться. Я желаю, чтобы у вас были еще роли. Которые, и вы бы завидовали, и другие завидовали бы этим ролям. Большое спасибо, вам спасибо, большое. За, спасибо за разговор. Спасибо. спасибо.